Планируете ли вы участвовать в избирательной кампании президента в 2012 году? А вы? Я нет. Я подумаю. Время еще достаточно. Мне думается, что каждый из нас на своем месте должен сегодня исполнять свой долг, работать эффективно. И в зависимости от того, как будет складываться ситуация в экономике, в социальной сфере, будут приниматься соответствующие решения по выборной кампании 2012 года. Но сегодня еще только 2009. И самой большой ошибкой было бы подчинить текущую работу интересам будущих предвыборных кампаний. Тогда это касается и регионального уровня, и муниципального, и федерального. Как только человек начинает задумываться о рейтингах, о которых здесь сейчас говорили, задумываться о том, как он должен был бы поступить в интересах своей будущей избирательной кампании, он сразу будет чувствовать себя связанным по рукам и ногам. И не сможет принимать, может быть, не всегда приятных, но необходимых для экономики и в конечном счете для людей решений.